получил возможность реабилитироваться. Вратарь хозяев Мурко попытался завладеть мячом в собственной штрафной. Вышла комичная потеря, и Быстров с Пименовым стали соавторами гола Гогниева. Кстати, Быстров уже в качестве непосредственного ассистента поучаствует и в двух других голевых комбинациях россиян. Наш нападающий стабильно реализовывал. На исходе тайма он вновь добротно выполнил работу центра форварда. В начале второй половины местные болельщики подбросили к бровке петуха, обмотанного тканью с каким-то лозунгом. С домашней птицей работник стадиона обошелся столь же бесцеремонно,